его. На АШЦ. Вот же деревня, я вижу. Дерево. Во, какие красивенькие. У нас... Да. Засмотреть за мной, чтобы не кусть Лина змея. А то именно что будет. Укусит меня. Ну как шипите. И тонкие лапинки. Это сосна. Красиво типа. Сосна. Тут много. А их много. Вот. Наши. Так я сейчас буду его снимать. Как сосны какие. Они. Вот они. А это мы. Я держу, что они на меня. Ну так дубы. Дубы два. Буду продолжать. Дубы пять. Или дубы. Бы 4. Ага. 3. Ты на красав такую идею. А это по 10. Именно пока же. Видишь розовый путь? Ага. Вот он цветет розовый. Вот так. Вот. Понимаешь? Да. Вот красивенько. Вот так. Смотри. Красивенько сюда. И вот тут мама будет сидеть. Иди сюда. Не, не смей. Иди сюда. Я боюсь змей. Нету тут змей. Мама тут ходит как слон. Они боятся уже сюда вылазить. Вот, да. Вот это наш столок. Вот тут я буду внизу сидеть на рыбалке. Трава на траве, роса скользко. Поэтому если будешь подходить ко мне, аккуратно. Понял? Ага. Все. Итак, дальше буду в одиночке снимать. Но примерно в аудиовизуальных действительности здесь и будет вот эта ваш адка. На это будем снимать. Это у нас реалистичный YouTube, да, готовленный мною. Главное, чтобы змея не упустила. Просто так, так, черек, огарки, вот горка, сейчас поднимусь, а на горку. Здесь баскетбольная, мы сейчас подойдем к горке. Вот это будет сильно. На вот. Трудно, потому что буду действовать на трудящийся, на экологию. Ну сейчас, сейчас. 3, 2, 1. Пуск, сейчас будет страшно. Не. Это был эпик. Качели. Я катаюсь. Слышите? А как сильно катаюсь. Вы видели? Качается наша камера. Это площадка Бога. Просто именно видели площадка Бога. Ну именно так же теперь
именно 5 минут. И это уже теперь жить. И на гребаных 15 минут я не дотерплю снимать. А я вам покажу песочницу, это я вам буду. Я не буду. Нет, это была не песочница, это какая-то травяная. Ай. Главное, мне, чтобы не укусить. Есть какой-то стороны. Нет, здесь. Ну, если бы Влади встретил нас с дубой. А кстати, уже теперь этой штуки не раз познавалась. Здесь какие-то качалки. Что сделано от программатов наших судьбы. Так, Андрей, ну-ка, Наталья, Сыныч, Андрей, вот-вот-вот, слышите, видите, вот все место, галки, но типа у нас не что-то будет обычный, один, ой, поэтому надо так осторожно выходить. Это радужная синема появилась. Зачем мне такая синема? Я не понимаю. Почему нужна такая синема? Сосны такие красивые. Особенно я их видел. Особенном состоянии. Ну и так, что у нас теперь 7 минут. Ну еще. А действительно буду паковаться на те же 5 минут. Ну вот уже теперь 4-5 минут. Ну вот дорога на любимой рыбалке, кстати. Ну а это подожди. Ну те. Я слышу и кошки как бы плакают и так далее. Ну подожди, покажу ставок в одиночке. Но было именно я вижу ставок именно маленький. На место, где я живу. Именно. А здесь место, где, наверное, мама рыбачит. Да, я очень прав сказал. Да именно. А некоторые. Вот и рожаться примерно 10 лет назад. Еще двое. Не под номером 0254. Именно здесь даже я вижу. Просто видите? Я просто знакомый там 9 минут. Наверное, уже 9-10 минут будет. Именно 254 минуты 14 секунд, я знаю. Это 254 секунды. Это такое я как в калькуляторе решала. Ну, первое, если будет такое же, тогда лайкос. Ну, если вам понравилось, лайк. А, что-то... Слышь, кажется, не... Иначе не... Что действительности, которую я которая нас охраняет.
Вот 10 минут. Сейчас пора заканчивать. Вот шаг от выхода. Это последнее. Вот нас будет. Именно не сегодня. Понравился лайк. Ой, подписочка. Ну все, спасибо. Думали, если это, ну, все будет так, тогда подписывайтесь. Ну, кажется, типа, если где такой же мир созданный мною, то я просто буду счастлив. Ну, как это было? Я просто знаю. Да все именно знаю. Я уж три, знаю. Но я вам покажу вот этот водосток из моста, который я вижу. Вот он, водосток. Я просто вижу этот. Ну, я вижу какую-то грязь тебя. Ну, да, вы знаете, что мог произойти в таком случае? Ну, если будет уже 220, 162 или 254. Все, я буду действительно на ваших описах вписать, ну или нет, именно вот тот же местность я буду заканчивать. Я вот ставочек, именно ставочек. Ну, сперва вы видите, что ставки тут действительно отца, носа, отца на каждое явление, которому я говорю 2 часа. Особенно 21 из 12. И еще 2. Это получилось 254, конечно же. Так что спасибо за просмотр. Ну как это? Да действительно было. Но кажется, действительно вот от того, что я вижу. Ну и на этот часть поставьте лайк. Всем удачи.